На России мужчина с ножом во время тихого часа ворвался в детсад «Сказка» и убил спящего 6-летнего Кирилла Савенкова. Ребенок умирал у нянечек на руках. После того, как ему перерезали горло, он еще жил какое-то время. Момент нападения никого из взрослых в комнате, где спали дети, не было. Убийцу скрутили охранники и держали до приезда штурмовой группы. Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Дальше. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им. Где такую книжку взяли? Что это вам дало? Тюрьма. А? Тюрьма. Тюрьма? А в садик-то зачем пришли? Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось. И как, сбылось заклинание? Нет. Где такие книжки берете только? В книжном магазине. В каком? В каком книжном магазине? Ой, сейчас, подожди. Где Бахус? Где Бахус? Книжный магазин там что ли есть? Рядом, на втором этаже там есть. На втором этаже. Ага.